Сразу покажу, как прикрепить замочек. Отрезаем 4 джутовые нити по 20 сантиметров. Общепринятым способом не получится. Джут 8 мм плюс обвязка. Замочек примеряем по центру передней части сумки. Берем нити и помещаем их под зажимные пластины. Не перепутайте, как, какой стороной крепить. Джутовые нити аккуратненько крючком заправляем на изнаночную сторону, между петлями, так, чтобы потом можно было завязать узелки, закрепив замочек. Смотрим, ровно ли стоит замок. И продолжаем заправлять нити на изнаночную сторону. Соединяем замочек, смотрим, проверяем. Если что-то не нравится, неровно, исправляем. Завязываем нити узелками, хвостики прячем крючком. Если вы решили периодически менять сумочку, застежку сумки, то рекомендую с изнаночной стороны нити завязать так, чтобы потом их можно было легко развязать и найти, и поменять замочек на мячик.
замочком, определились, все закрепили. Теперь можно соединять детали сумки.